Волонтеры республики помогают пожилым людям пережить режим самоизоляции. При Республиканском дворце молодежи создан специальный штаб для помощи пенсионерам. Все волонтеры официально зарегистрированы на сайте мывместе.рф и прошли специальную подготовку. От нашей республики там зарегистрировано 40 человек. На сегодняшний день выполнено уже более 30 заявок. На дом пожилым людям доставляют маски, лекарства и продукты. Заявки выполняются быстро. Все зависит от просьбы и места жительства пенсионеров. От 2 часов, либо в течение дня. В ОНФ пожилым людям напоминают о мерах безопасности. Не стоит открывать дверь незнакомым людям. Волонтеры приходят только после предварительного звонка и согласования времени. Содействие в работе оказывают не только общественные организации, но и отдельные сознательные граждане. Помощь в такой ситуации никогда не бывает лишней. Мы рады, что у нас в Республике Мариэл есть партнеры, индивидуальные предприниматели, которые готовы нам помогать в такой трудный период. Они предоставляют нам маски, перчатки, антисептики. Добавлю, что волонтеры имеют все необходимые средства индивидуальной защиты и стараются как можно меньше контактировать с пенсионерами. Свои заявки пожилые люди могут оставить по телефону 630039. Добавлю, что во многих районах и городах действуют местные горячие линии.